А сейчас о спорте. В минувшие выходные в спорткомплексе «Арена» прошел ежегодный всероссийский турнир по бадминтону «Кубок Альма-Спорт». Бадминтонисты из Москвы, Пестова, Новгорода, Петербурга и Ленинградской области состязались в четырех группах А, Б, С и Д, где А – группа для самых квалифицированных игроков, остальные – любительские. Кстати, для спортсменов-непрофессионалов этот турнир еще и пятый этап в чемпионате любительской лиги, который проходит в рамках крупных гатчинских соревнований. По итогам двух дней непростых поединков определились триумфаторы. В группе А в женской одиночной категории победу одержала наша землячка Ирина Хлебко. В мужской одиночной категории выиграл Евгений Воробьев, который вместе со своей партнершей Анастасией Писановой стал сильнейшей смешанной парой. Образцовым женским дуэтом оказались Наталья Алексеева и Дарья Селезнева. Среди мужских пар не было равных тандему Константина Иванова и Александра Русских. В группе Б лидерами в одиночных категориях стали петербуржцы Лейла Исмаилова и Андрей Клепиков. Валентина Артемьева и Варвара Степанова заняли первое место в женской парной категории. Дмитрий Пекунов и Татьяна Иванова в миксте. Чемпионами в группе С среди женщин стала Елена Ким, среди мужчин Дмитрий Пекунов. Золото эти спортсмены получили и в других категориях. Елена вместе с Владимиром Прудниковым завоевала первый приз в миксте, а Дмитрий вместе с тем же Владимиром стал лучшей мужской парой. Победителем в единственной категории группе Д стал гатчинский одиночник Алексей Марисев.